сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близко ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться, разбитым экипажем без берегов Атлантиды, зацепивши кормой от твоей скалы мысли, чтобы я мог постречать тебя одно. Спрятавши под дымом пледом и снежных историй, подарили броски этих людей вновь, и чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолея все, чтобы тебя прикасаться. И нас с тобой закрыжем летом далеко. Наверное, то, что я однажды в тебе полюбил, немногословные, то ты давай не говорить, то человека, кто из нас более псих. Слова написанные на песне не смой прибой, а тем к тебе, в который вернул с головой. Спрятавшись под дымом пленом и снежных историй, мы находили поиски этих людей вновь, чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолея все, чтобы тебе прикасаться. И нас с тобой закружит бетон белый танец, нас носит тем, кто от нас не останет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто падать. И нас с тобой закружит бетон белый танец, нас носит тем, кто от нас не останет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто друзья, всем большой привет! Только что вы прослушали нашу новую совместную песню, которую мы еще написали до моего отъезда в армию. И, наконец-то, после моего приезда мы реализовали, дописали и выпустили официально. Скачать вы можете в любых социальных сетях, во всех музыкальных площадках. Все ссылочки будут в описании под видео. Ссылочка на наш инстаграм, и вот здесь ссылочка на Инстаграм. Да-да-да, подписывайтесь. Скоро много интересного, много интересных песен, стихов и... крутые фотографии. Поэт в кедах. Друзья, всем салют! Объявляю конкурс каверов на песню «Белый танец». Все, что нужно вам сделать, это взять гитару, сыграть 4 аккорда, спеть песню и выложить ВКонтакт, на YouTube или в Instagram. Скинуть ссылочку на ваше исполнение мне в личку. Мы с Маффином отсмотрим все каверы, между прочим, и выложим у себя. Конкурс будет длиться до 1 ноября, так что присылайте свои видео спокойно, и мы будем отсматривать. Текст и аккорды песни находятся в описании под видео. Если вы еще не поняли, как играть данную песню, то скоро сделаю разбор этой песни, и вы точно ее разучите. Какие же призы я приготовил для... победителя. Победитель в первую очередь получит вот такую вот эксклюзивную футболочку с логотипом «Хижина музыканта». Почему она эксклюзивная? Потому что это футболка самого первого выпуска, первого тиража. И таких футболок осталось очень-очень мало. Также прилагается победителю вот такой вот плакат. Здесь будет автограф и имя победителя. И один из моих видеокурсов самоучителей на выбор. Есть гитарный самоучитель и есть вокальный. То есть... их можно смотреть в домашних условиях, это видеокурсы, они состоят из множества роликов, полезных, структурированных для домашнего освоения гитары и вокала. Но в любом случае все участники получат зрительское внимание и определенный приток подписчиков, потому что мы с Маффином планируем публиковать ваши видео в сторисе, а также ВКонтакте на стене, короче, во всех социальных площадках. А касатики, ставьте на клип побольше лайков, чем больше лайков, тем быстрее выходит новый клип и песня. Мы вас верим, мы ждем. Всем пока.